мужики, многие владельцы 6000-й модели, увидев модель 5800, начали орать, что вот огромный экран, он будет огромный. Так, а теперь смотрим. И кто здесь огромный, извините. Так что в плане того, что вот он будет огромный и так далее, вы, извините, кардинально неправы. Специально вот камеру сверху даже завешу. Сравнительные размеры покажу. То есть, если 9000-й больше, реально, где он тут? Нет, это 8000-й. Он реально длиннее. То 5800 ни капельки не длиннее. А 9000-й у нас еще больше. Так что, если у кого смущал только размер, то 5800 в принципе подходит. Ну, единственное, что напомню. Так. Он немножечко задумывается по сравнению с тем, как работает 6000-й. Вот это ланчер от Яндекса. В киллере он не внесен в исключение, поэтому его гасит. Вот как он работает. То есть все время при переключении с задачи на задачу, которая была убита, он задумывается. Если задача работала и она была в этом списке, сейчас вы видите, то переключение на нее происходит терпимо. Некоторые, да, он закрывает, поскольку оперативки 2 по нынешним меркам это не супер много. Но в основном он старается их держать. Так что визуальное сравнение пройдено, я думаю, на хорошую оценку. Единственное, конечно, все знают, что здесь карта памяти отдельно. Здесь она, или сим-карта. Но в основном это тоньше, это толще. По габаритам это длиннее буквально там на пару миллиметров, никто не заметит. По ширине они. Это даже меньше. Так что никаких сомнений быть не может. Если вас пугал именно размер, то можете брать, и размер вас не испугает. Экран при этом больше размером, того же разрешения. Все выглядит красиво и сочно. Даже он, по-моему, даже ярче, чем в 6000-м. Все. Больше не знаю, о чем тут рассказывать. Всем пока. До свидания. Надеюсь на подписку.
Yeah.